23 года назад пришельцы Цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Я их остановил. Но корпорация СЭЛ сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. СЭЛ застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. СЭЛ — не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной. Во что я верю? Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать?